Праздник в каждый дом. Так называется благотворительная ярмарка в этом году. Все изделия изготовлены руками студентов. Новогодние открытки, сувениры из бисера и природных материалов, броши, браслеты, магниты, интерьерные куклы и даже выпечка. На вырученные деньги студенты окажут адресную помощь тем, кто особенно в этом нуждается. В рамках этого проекта мы навещаем ветеранов, пожилых людей, детей, тружеников тыла войны. Мы ходим каждый месяц, два раза в месяц к пожилым людям, дарим им подарки, каждый раз приносим продукты. Всего в проекте принимают участие 18 волонтеров. Анна Хлебова – одна из них. Ее хобби – изготовление текстильных игрушек. Сейчас это новогодняя тематика. Свои работы на ярмарке выставляют уже второй год. Меня привлекло в проекте то, что помощь людям. То есть, я всегда хотела заниматься какой-то социальной работой. У меня сейчас два ветерана на попечении, то есть я их навещаю. Для таких людей самое важное – внимание. Студенты планируют реализовать не все работы. Часть изделий они также подарят ветеранам. Ведь подарок, сделанный своими руками, по-особому греет душу. А главная цель акции – поделиться частичкой своего тепла с ближним. Организаторы отмечают, с каждым годом желающих принять участие в проекте становится больше. Все больше есть желающих, которые готовы оказывать адресную помощь ветеранам, которые готовы работать на мастер-классах, которые готовы организовать мероприятия для ветеранов, которые с инициативой идут к нам, не просто поучаствовать, а именно с инициативой, с предложениями по разработке различных мероприятий и так далее. С увеличением числа участников акции растет и территория волонтерской деятельности. В будущем студенты намерены оказывать адресную помощь не только жителям города, но и сельских округов. Руслан Душевский, Анапа регион.